В онлайн-голосовании приняло участие почти 213 тысяч человек. Александра Сапожникова, ставшего победителем второго этапа конкурса, ждет проверка третьим этапом, который пройдет также в виде онлайн-голосования с 5 по 14 ноября на официальном интернет-сайте МВД России. Но теперь уже будут выбирать лучшего участкового всей России. Будем болеть за Александра и надеяться, что наш страж правопорядка окажется в числе призеров.